Зима подходит к концу, и, конечно же, нам с вами хочется чего-нибудь новенького. Быть может, прорубить окно в Европу или развести дома целую оранжерею. Только в гипермаркете «Большой ремонт» понимаешь, что нет ничего невозможного, и поэтому именно сюда мы сегодня отправляемся в поисках свежих идей для интерьера. Наконец-то приближается весна, а это время перемен, время, когда хочется красоты, в том числе в своем жилище. Гипермаркет «Большой ремонт» ждет вас в гости за покупками. Сейчас в тренде такие интерьеры, в которых используются цветы. Вы можете использовать живые растения, например, орхидеи, обои, фотообои и всевозможные картины с флористическим акцентом. Букет всегда поднимает настроение. Пышный цвет вашей фантазии можно воплотить в самых разных материалах – металле, текстиле, стекле, пластике, световых композициях. Особенно вас порадуют яркие скидки на цветущие обои. Изюминкой вашего дома может стать даже тесная прихожая. Используйте фотообои. Они бывают абсолютно разнообразными. Сейчас на пике популярности тема города. Городской пейзаж – находка для динамичных и современных. Фотообои, хорошо забытое старое, способны расширить границы четырех стен. Никакой перепланировки. Рисуйте окна и двери там, где вам захочется. Сочетайте несочетаемое и удивитесь, насколько органично впишутся в каменные джунгли обитатели настоящей африканской саванны. Если вас завораживают природные мотивы, следующий вариант наверняка придется вам по вкусу. Если вы предпочитаете простоту и уют, то вы можете сделать ваш интерьер в стиле загородного дома, например, охотничьей хижины. Используйте натуральный мех и балки, которые сейчас в тренде. Дополните свой интерьер светом и, конечно же, внесите неповторимость, используя камин. Камин давно перестал быть роскошью и превратился в стильное дополнение любой комнаты. Но как обыграть его в интерьере и не перегрузить окружающее пространство? Знакомьтесь, Декоретто. Дизайнерская наклейка может стать центром внимания именно там, где чего-то не хватает. Как использовать? Проще простого. Выбираете место, отсоединяете прозрачную пленку от бумажного основания, наклеиваете пленку рисунком к поверхности, разглаживаете, аккуратно отделяете от рисунка. И вот вы уже любуетесь вашим деревом желаний, которое точно принесет в дом удачу и благополучие. Захотелось ярких красок? Отличный повод заглянуть на Красноармейскую 8. Море модного декора по самым выгодным весенним ценам. Большой ремонт дарит новый взгляд на привычные вещи. Удачных вам покупок и доброго утра! Спонсор рубрики – гипермаркет «Большой ремонт» на Красноармейской, 8. Больше, удобнее, выгоднее!